Олегович, пожалуйста, спасибо большое. Будьте внимательны. Спасибо большое. Звонки от злоумышленников, новые уловки и схемы. Чтобы предостеречь жителей Одинцова, сотрудники полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники». Обязательно позвоните после таких звонков в полицию. Обязательно уточните, кто имеет право. Кроме банков никто не имеет права разбираться по вопросам с карточками этого банка. Никто и никому верить нельзя. Все надо несколько раз перепроверять. Жителям напомнили о том, что не следует общаться с незнакомцами, тем более переводить денежные средства и сообщать персональные данные. Информационные памятки помогут наглядно разобрать подобные случаи. А я говорю, а по какому вопросу? Ну вы мне скажите, вы согласны или они нет? Они все равно наводящие. Ага. Да. Я кладу трубку. Работа по пресечению незаконных действий в округе ведется с начала этого года и достаточно успешно. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».